Чё? Кто? Я? Я же в карате ходила. Со мной, раз на раз хочешь, да? Так, текст, чтобы не забыть. Блин, я ж потею, когда волнуюсь. Слушай, мне это сломали. Если что, это была не я. Вокруг шум. Девушка, ну сколько уже можно ждать? Сейчас. Приветствую! Сегодня я ваш официант. Вот наше новое меню. Готовы заказать сейчас или подойти позже? А как давно вы этим занимаетесь? 5-й год. И вам нравится ваша работа? Все, чем я занимаюсь, приносит мне удовольствие. Еще мой отец говорил, если чем-то занимаешься, делай это с душой. Девушка, ну сколько уже можно ждать? Сейчас все принесу. Да вообще все сочно. Ну теперь ни одна шкура на него не подпишется. Ну вот и все. На каждый день вполне пойдет. Это... Блин, что-то мало. Можно большую тарелку фруктов? А что? Мы не в Москве, тут цены хорошие. Да, я буду баранину, основной ассорти, самый жирный с толстым. Господи, это же не трусы, а ниточки. Ходит у своей жопы жируха. Он, наверное, обо мне думает. Блин, что-то пивка охота. Вот это габариты. С такой можно и делом заняться. Вот эта девушка, не то что ты. Как ты меня достала уже? В тебе ничего сексуального. Сделай уже что-нибудь с собой. Я грудь большую люблю. Ну, здесь должна где-то быть. А, молодой человек, здрасте. А вы не подскажете, где клиника пластической хирургии? Да вот, за поворотом. А зачем вам? Я хочу изменить себя. У меня грудь маленькая, а мой парень любит большую. Ваш парень дурак. Любящий мужчина полюбит вас такую, какая вы есть. Наверное, вы правы. Привет, Сергей. А ты Эльвира? Да, это я. Ах да, кстати, это третья моя по счету машина. Зря я ее сегодня помыл. На улице дождь такой. Окей, пошли поужинаем. Хоп, это роза для тебя. Она очень дорогая и редкая. Я еле-еле достал ее. Ну вот мы в моем ресторане. Что будешь заказывать? Знаешь, мне уже вот так сидят твои эти богатые понты. Когда я с тобой общался, ты мне вообще другим показался. Серега, братан, ё-моё, когда тачку отдашь? Я ж мне всего на 3 дня давал. А пиджачок-то мой на тебе, как литой сидит. Не правила все мои раны, спаси меня, спаси меня, спаси меня. Пометка для парней, которые боятся серьезных отношений. Рио, ты мне нравишься. Может быть, будем вместе? Ну, в принципе, как друзья, я не против. Ну, подруга, ты огонь. Круто же, когда лучшие друзья живут вместе. Да, это так классно. Спасибо тебе. Да ничего, круто же, когда друзья друг другу помогают. А знаешь что? Выходи за меня. Я согласна. У нас будет самый лучший дружеский союз.
себе покупать, а? За зарплату сидеть, ты что сидишь-то? Иди работай вообще, вон пальчик ты купи. Ты что орешь тут? Мы же с тобой ребенка как друзья завели. У каждой была такая подруга. Альбин, гляди, какая крутая кофта. О, у меня такая же. Ну все, подружки, пошли на кассу. Альбин, а ты что будешь, суп или картошку? О, а чего у тебя там такое вкусненькое? Да не тоже. Альбин, давай быстрее, мы опаздываем. Я сейчас только минутку в туалет схожу. Подожди, подожди, я с тобой. Пошли. Альбин, привет. Знакомься, это мой парень. Мы с ним недавно познакомились. Привет. Слушай, я тоже тут недавно с таким парнем познакомилась. Как тебе? Привет. Похоже, я в школе, а не в садике. Ну ничего, буду учиться на отлично. Мам, ну ты сделала уроки? Я не хочу делать уроки, отстань от меня! Мам, пап, нет, свой бизнес. Правда, пока школьный, я наклейки продаю в школе. Зоя Васильевна, отсадись от меня Петрова, он слюни впускает, когда говорит. Фу, вонючка! Какой же все-таки симпатичный этот Петров. Ты че, пигалица, рот открываешь? Я в 8 классе вообще-то, ты ничего не попутала? Ты куда собралась? ПТУ. Вот нужно было ходить в 10 классе, не прогуливать. Эй, Петров, слушай, пипец ты страшный стал. Ладно, и не об этом. Не знаешь, где я ответы ЕГЭ 11 класс посмотреть?